5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы JTD88. Я ее рейдил буквально не 10 назад, 12, может быть, что-то такое. Ну, недавно попадалось. Довольно-таки прикольная база, ну, такой среднячок, я думаю. Одна сишка, огнестрел получите, ресурсы какие-то интересные. А, плюс я еще вот эти ящики открывал. Под конец успел их все открыть. Но тогда у меня были еще котлеты, которые я схавал до этого. Сейчас у меня их нет, и открывать я их не буду. Если что, посмотрите в предыдущем ролике. Они буквально довольно-таки свежие. Там, ну, в этих ящиках ничего нет, но открытие их есть. Так, тут у нас 9 ящиков, поэтому понадобится 1, 2, 3, ну, 2,5, чуть больше. Почти 3 железных топора. Либо 6 обычных топоров. Обычный топор, напоминаю, открывает 1,5 ящика, железный топор открывает 3 ящика. Я вот не помню, умирал я на этой базе, нет, тут много чего можно было хватануть или так себе. Так, ну тут пока доски, вот бревна я вроде забирал, значит я тут особо не умирал. Так, ну это у меня украли, это у меня украли. Так, тут ничего, тут огнестрел, холодняк чуть-чуть. Вот эту возьму, топорик есть халявный, фильтры мои, у меня было 2 фильтра, значит один я его хватанул, пистолеты я забирать не буду. Так, тут я смотрел этот ящик, а вот боксит, вот что для меня было в самом важном в этом рейде получается, боксит, а не огнестрел. Так, слитки такие, так, давайте я сюда сложу то, что у меня сперли, чтобы вы понимали, ну фильтров было 2. Осталось найти крепкий алкоголь и пиво, по-моему, 5 бутылок было. Так, нет, умирать я тут не умирал. Значит, продолжаем открывать остальные ящики. Так, в байк я положил себе вот это. Тут один глок лишний, но у меня уже тут лежал. Я не знаю, откуда он взялся, но его не засчитывайте. И посмотрим, что в остальных 3 ящиках. Так, здесь у нас броня. Она аптечка, сюда. Такая броня. Может, я найду целую? Нет? О, нахрена я хватанул. А, это база, где я ботинки не мог найти. Или нет? Или да. Или, по-моему, да. Так, здесь... не знаю, пока. Там третий ящик. Тут ничего. Блин, что-то я думал, что она будет поинтереснее, чем то, что я сейчас вижу. Либо из-за боксита я так... В таком восторге был. Давайте вот так заберем части. Не знаю, тоже пригодятся для чего-то. Не помню, там есть какие-то части, но не помню, каких не хватает. Так, болты. Нет, болтов тут нету. Здесь пистолет. Ну, разве что на разбор их взять. Чисто огнестрел, когда рейдеры попросят. Или же... Даже не так. Забрать, наверное, руду отсюда всю. Слитков начинает быть малым. Поэтому я, наверное, руду заберу. Это я нахрен отсюда уберу. Фильтры нахрен. Что мне надо еще? Кувалду я не хочу брать. Тут где-то бревна я видел. Краска еще зеленая есть. Но мне, по-моему, синий хватает. И вот 2 стака бревен заберу. Вот так, наверное, сделаю. Это вот сюда. И еще 1 стак бревен заберу. Вот так. Эти ящики я говорил открывать не буду. Зато могу открыть вот эти. Так, станок переработки пустой. Вот эти 2 сломать еще могу. Один точно. Громила не придет. Здесь ничего. Давайте еще вот этого добьем на всякий случай. Хернуться надо. Так, раз. Два. Громила, отстань. Тут пусто. Тут 14 проволоки алюминиевые. Мне тоже не надо. Тут пусто. Эти станки ломать не собираюсь. И так камни и каменные блоки не забирал. Блин, того заметил. Ну, вот такой вот лут на стоп-кадре. Посмотрите за одну сишку. Не так плохо, но не так хорошо, как я думал почему-то. А на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.